стране разгул преступности, а полиция занимается какими-то радиопиратами, которые никому не мешают. Да уж. Паразиты. Гады. Как я сразу не узнал твой почерк? Что? Это ты сделал. Ты что? Белины объелась. У тебя горчица сладкая. Даже нюхать противно. Тебе приятно гадить окружающим? А эта дурочка дала обед. Кто? Лиса, кто же еще? Отвали? Какой еще обед? Если уж начала, договаривай до конца. Начинаем в такт. Внимание рукам и плечам. Раз, два. Раз, два. Поворот. Все ясно. Какой такой обед ты дала? Отвали, у меня урок. Урок окончен. Всем спасибо, все свободны. Пока. Спасибо, ребята. Идите, нагоним в другой раз. Что за обед? Убить ее мало. Проболталась? Да, ты дала обед, но я не знаю какой. Ну? Ладно, расскажу. Да. Я дала слово. Если ты удачно выступишь, если у тебя не закружится голова на фестивале и все такое, я тебя забуду. Вот. Такая дурь. Hermosa from heaven, voy por ti, con sed, te amaré. ¿Qué haces? ¿De dónde? Тебя ищу. No puedo. Напрасно. Лиса, хватит заниматься ерундой. Я дала слово. Лиса. Меня никто никогда так не любил. Я жутко боюсь тебя потерять. Понимаешь? Я поклялась. Забудь. Мы не делаем ничего плохого. Мы любим друг друга. Разве этого мало? Клянусь. Клянусь, я запишусь к врачу. Пройду курс лечения. Только, пожалуйста, не бросай меня. Кто-то идет. Жаль, вечно занят. Все равно он обязан тебя выслушать после такой подлости. Он просто забыл выключить микрофон. Хватит меня прессовать. Это не первый раз, когда он вытирает из тебя ноги. С Павло, тебе было лучше. Интересно, да? Вперед! Ты откуда тут взялся? Пардон. Пока. Лиса. Не подходи близко. Она ясно выразилась. Лиса, это было просто любопытство. Не сердись на меня. Я не желаю слушать этот бред. Ты же любишь меня, ты сама говорила. Не отвечай, идем отсюда. Да, люблю. А ты меня нет. Тебе важнее твоя экс. Перестань. Я люблю тебя. Правда. Обо мне никто так не заботился. Никто. Ясно. Нет, нет, нет. Эй, не ясно. Мне плохо без тебя. Пожалуйста, помоги мне. Я не справлюсь один. Я предпочитаю мужчин, которые точно знают, чего хотят. Ясно. Идем. Пока, глубок.